Всем привет, мы снова Левоквак. И сегодня я смотрю Пойлер, который пройдет 7 октября. А именно был уже Телли Харпел и Сесилии Блекуш. Сейчас, на мой взгляд, здесь Сад нашел Пойлер Харпел, и я, собственно, о нем же поговорю именно важным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также, по традиции, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. Нам пока говорят правила. She'll be facing Cecilia Brekus. She's 5'7" with a reach of 66.9 inches. This is it. This is that fight. This is that argument. I don't know what to expect. Terry Belter Harper. И первый на линк выходит Терри Белтер Харпер. 16 боев, 14 побед, 6 из них нокаутом, одно положение и одна ничья. А вот и выходит и ее соперница. Сесилия, первая леди Блекуш. 39 боев, 37 побед, 9 из них нокаутом и 2 поражения. Нам сейчас представляют девушек. From Yorkshire, England, here is a women's super featherweight champion of the world, Terry Belter Harper. Hiding out of the blue corner from Bergen, Norway, an undisputed women's welterweight champion of the world, known as the first lady of boxing, Cecilia Brekus. I hope you brought your sunglasses because we're fighting outside, and what a main event this should be. Саша Рефель напомнит дамам правила, и мы начнем. Because if you're a fight fan like me, this is what I live for. Первый раунд, погнали. Offensive show, let's see if they deliver. Идет Блекуш в атаку, Харпер встречает. Попадает Сесилия. Не по волохам. Точно Харпер. Не по волохам здесь вот Телли. Попадает Харпер. Снова попадает чемпионка. Росмея. Попадает Телли. Блекуш отвечает. Мимо. The discipline, the respect both fighters have for each other, because no one dare do anything. Touch on Terry. Попадает Сесилия. Мимо. Чемпионка попадает. Мимо. А Харпер точно. Мимо. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Расмея. Beautiful counter shot. Первый раунд уже вышел, и он за чемпионкой. 10-9, Харпер впереди.
just saw it. You can't leave it up to the judges. It's up to you as the fighter. And the cornerman's got to put a firecracker on the fighter. Get out there and get the job done. Do it for the time between rounds as we get set to get back in the action. И у нас раунд номер два. Попадая претендентка, мимо. Росмир. Помахивается все сильно, хорошо точно. Блэкус отвечает. Мимо попадает Харпел. Неплохо. Попадает Блэкхуш. Харпел отвечает. Снова точная Терна. Пока что делает нашу ставку на точность. Мимо. Помахивается Блэкхуш. Телли точно. Восьмен. Неплохо. Мимо. Делал даму паузу. Точная Терна. Попадает Харпел. Блэкхуш отвечает. Мимо Харпел. Точная. Мимо. И второй раунд, та же за чемпионкой, 2-18, Харпел ведет. Пока Блэкхуш делает ставку на ворота первого, в то время как Харпел ее успешно встречает. Time winding down as we get set to jump back in the action. И у нас овал номер 3. Попадая претендентка, сразу пошла она в атаку. Попадает Блэкхуш. Неплохо здесь вот Терна. Попадает Сесилия. Харпел отвечает. Беру даму паузу. Восьмен. Мимо. Блэкхуш точно. Мимо.
попадая в каждого. Неплохо. Снова попадает Сесилия. Росмен. Неплохо. Walk away from each other and then run right back into trouble. Росмен. Снова обменяюсь данным ударами. Мимо. Обе. Росмен. Попадает все-таки Блэкхуш. И третий раунд. Сесилия забивает себя в копилку. 29-28. Хантел пока что не делает. Но бой конкурентный, бой следующий, бой интересный. Получает девушка наставление в своих углах. And that'll do it for the minute break as we get set to get back in the action. И такие же предположительные оценки, которые прогнозировал нам компобокс. А у нас овал номер 4. Начинает он с атак чемпионки. Росмен. Начинает Тэмми. Мимо. Хартл попадает. Мимо. Опередилась от чемпионка своего соперника. Росмен. Попадает на Тэмми. Росмен. Мимо. Попадает Хартлу. Блэкхуш отвечает. Неплохо. Попадает по ковшу Тэмми. Блэкхуш точно. Очень близкий поединок. Но вот раунд пока все-таки чемпионка поактивнее. Попадает Сесилия. Хартл отвечает. Мимо. Попадает Тэмми. Мимо. И четвертый раунд. Хартл уже добивает свою копилку. 39-37. Чемпионка ведет. Жаль, что тут пока нам не показывают ни в лучших моментах, ни тренеров мы, к сожалению, не слышим, как, допустим, Final Champion или в UFC 4. По этим самым скажем вариантам, было впервые показывать бы лучшие моменты.
И у нас пятый раунд. Попадает чемпионка. Мимо претендентка точно. Мимо попадает Харко. Снова точно Тена. Мимо. Неплохо. Попадает Тернер. Росмен. Мимо. Попала сейчас претендентка. Сейчас она все силы. Неплохо. Мимо. Попадает Блэкус. Мимо. Also gotta get your shots off, and they forget you can bang too. Неплохо. This fighter has tested their opponent's power and apparently isn't impressed. Попадает чемпионка. Кстати, и на лице Блэкуса мы видим у вас тени. И пятый раунд все-таки за чемпионкой. 49-46. Харков впереди после первой половины боя. Посмотрим, что нам покажет вторая половина боя. Unfortunately, this fighter not going to get more time to heal up as we get set to jump back in the action. И у нас раунд номер 6. Вторая половина боя началась. Пошел в атаку претендента. Восмен. Попадает Блэкус. Мимо. Точно. Сесилия. Неплохо. Делают девушке паузу. Попадает Блэкус. Харков отвечает. Мимо. Точно, Тена. Мимо. Very close match. It shows the skill, the discipline, the respect both fighters have for each other, because no one dare do anything out of turn. Росмен. Попадает Блэкус. Снова Росмен. Мимо. Точно. Блэкус.
Мина. И шестой раунд за претенденткой. 58-56, Тейлор впереди. Calling for seconds out as we get set for another round. А у Невсан 50-59-55. Пошел атаку Хартл, у нас это 7-й раунд. По привычке называл это оценками неофициального судьи, хотя это прогноз чисто компо бокса. Расмен. Попадает Блэк Куш. Хартл отвечает. Мимо. Точно Тернер. Мимо. Расмен. Берут даму паузу. Неплохо. Попадает Хартл. Снова точно Тернер. Блэк Куш отвечает. Неплохо. Мимо. Точно Тернер. Неплохо. Расмен. И седьмой раунд, та же чемпионка забивает себя в копилку. 68-65, Хартл впереди. Calling for seconds out as we get set to jump back in the action. И у нас раунд номер 8. She's coming off a fantastic last round. Попадает Блэк Куш. Точно Сесилия. Неплохо. Мимо. We talk about a fighter having power. Don't just look at the head punches that grow. Look at the body shots. That can be the real deal. Мимо. Хартл точно. If you know somebody's got the punch power, someone's got the Попадает на Тернера. Блэк Куш отвечает. Попадает чемпионка.
Снова точно халку. Восмеян. Попадает Блакуш. Тоже попадает. И ну что же, подустали девушки. Мимо. Хазма была точна. Мимо. Попадает Тенна. Мимо. Мимо. И 9 раунд, та же Халкова. 78-74. Тенна Халкова впереди. Calling for seconds out. Unfortunately, this fighter not going to get more time to heal up and get a breather. И у нас раунд номер 9. Помахивается претенделка. Халкова точно. Неплохо. Попадает Тенна. Восмеян. Точно Халкова. Снова попадает Тенна. Блакуш задевает. Мимо. Халков встречает. Мимо. Попадает Блэкуш. Мимо. Попадает претенденка. Неплохо. Точно Тенна Сесилия отвечает. Неплохо. Попадает Халкова. Очень пока что главный раунд. Снова попадает чемпионка. Попадает Блэкуш. И все-таки забивает этот раунд чемпионка. 88-83. Халкова впереди перед заключительным раундом.
unfortunately, this fighter not going to get more time to heal up and get a breather right back into the action. И у нас заключительный раунд. Кстати, у компобокса такие же оценки, как и у меня. Пусть и немного важные по раундам. Попадает Харпел. В атаку Стачна. Попадает снова претендентка. Мимо. Помахивается Сесилия. Халков точно. Блакус отвечает. Мимо. Мимо. Не просто, кстати, попала претендентка. А у нас пошла последняя минута поединка. Расмен. Мимо. Попадает Блакус. Халков отвечает. Расмен. Мимо. Обе. Мимо. Тоже попадает. Расмен. Мимо. Точна претендентка. 97-90 Харпел. Создаем судейское решение. И победу с судейским решением одерживает Тони Белтон Харпел. Довольна собой чемпионка. Девяносто все судьи. Видимо, глаза все искушения. Вдох осадали третий, восьмой и десятый раунды. Что ж, давайте обратимся к статистике. Халл попало 209 ударов из 492. Блакус 253 из 522. У Телли 120 из 258 в голову и 69 из 234 по корпусу. Всего было 110 из 168. У Сесилии 119 из 278 в голову, 124 из 244 в корпус и силовых 86 из 117. По раундам. Первый 31-25, силовые 22-9. Второй 31-29, силовые 18-14. Третий 21-34, силовые 6-15. Четвертый 27-18, силовые 14-11. Пятый 24-21, силовые 9-7. Шестой 29-26, силовые 11-10. Седьмой 30-21, силовые 7-4. Восьмой 20-27, силовые 4-5. Девятый 27-24, силовые 11-6. И десятый 27-29, силовые 8-5. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!